Добрий день, в ефірі телеканалу Миколаїв, програма «Контраргумент» по скриптум. Сьогодні ми продовжимо тему майбутніх виборів. І гості у нас сьогодні в студії В'ячеслав Чеченів, головний редактор сайту МК.МК.UA, і Олександр Ухмановський, координатор програм Комітету виборців України в Миколаївській області. Тож, продовжуючи вчорашню тему. Ми вчора багато говорили про майбутні вибори. Поговоримо сьогодні. Власне, які зміни сьогодні є в законодавстві? Чого очікувати? Плюси та мінуси цього законодавства, яке, ну, власне, поки що в першому читанні прийнято. В'ячеслав Іванович, ну, мабуть, до вас питання. Ви не проти, колега? Ні, звісно. Вы найдете, что добавить. Парируйте. Мы вчера, в общем-то, достаточно подробно обсудили те или иные моменты этого нового законодательства, которое еще не стало законодательством. И по некоторым данным может и не стать. И сегодня рассматривается где-то 50 на 50, что во втором чтении этот закон не примут. И вполне возможно, что мы в этот раз проголосуем по старому закону, 50 на 50, 45 депутатов-мажоритарщиков, 45 от партии. Такое вполне возможно. Что касается нового законодательства. Вот если задуматься не над его деталями, какими-то особенностями, а над, в общем плане, а что вообще нам, избирателям, дал вот этот законопроект? На мой взгляд, и не только мой, он остался достаточно коррупционным. То есть этот момент, когда люди будут покупать, так сказать, место в партийном, ну, партийном открытом списке, вполне возможен. И здесь, как бы, наш избиратель ничего, как бы, особенного, каких-то дополнительных позитивных моментов не получает. Во-вторых, там достаточно запутанная система подсчета голосов. Насколько я помню, там 10 дней дается территориальным комиссиям для того, чтобы в итоге посчитать и подвести итоги выборов. Что тоже дает какое-то определенное поле. Ну, вы понимаете, что 10 дней, это же будет постоянно, это будет напряженность, да, мало того. После этого обязательно последуют какие-то судебные разбирательства, потому что кто-то опять же кого-то заподозрит. Члены избирательных комиссий не изучили этот закон, я уже не говорю не о избирателях. Но тот, кто наблюдал вообще сам момент принятия этого закона, вот в Верховной Раде, создалось впечатление, что именно за этот вариант законопроекта проголосовали достаточно случайно, потому что вначале «Батьковщина» сняла свой, остались три, выступающие все призывали голосовать за новый избирательный закон, который подготовила общественность вместе с депутатами, там, с приставочкой 2, вот. Но когда провели рейтинговое голосование, то выяснилось, что неожиданно набрал 222 голоса вот этот закон, о котором, в принципе, никто не вспоминал. И как бы уже исходя из того, что надо показать избирателям, что мы хотим поменять, как обещали в коалиционном соглашении, старый закон, который мы считали недосконалым, коррупционным и так далее, проголосовали эти. Я думаю, что сейчас эта волна спадет, и вряд ли этот закон дойдет до того, чтобы законопроект станет законом. Вот так. Ну, пока вы сказали о минусах, его плюсы есть? Вообще какие-то плюсы? Ну, я, например, особых там плюсов не вижу, хотя я читал достаточно много обзоров экспертных относительно этого закона. Но восторженных? Нет, конечно. Нет. Сейчас уже время восторженных каких-либо рецензий, да, или обзоров, или аналитических каких-то исследований прошло. И народ, я думаю, что и большинство независимых экспертов настроены достаточно критически к нынешнему украинскому политикуму, как были настроены критично и к предыдущим президентским, скажем, режимам, которые были здесь у нас. Александр, вы согласны с мнением нашего эксперта? Может быть, вы видите здесь плюсы в этом? Я и согласен с тем, что законопроект, да, очень сырой. Он не, конечно, не досконалый. Был более качественный вариант с полностью действительно открытыми списками, который в том числе разрабатывался и Комитетом избирателей Украины. Этот закон можно считать неким переходным между
прежним законом и действительно законом с полностью открытыми списками, вот как принято на Западе, в некоторых странах. Решатся ли наши политики на полностью? Вот они не решились, и они действительно более качественный закон, законопроект, который все, в общем-то, поддерживали с полностью открытыми списками, где избиратель получает просто список с 30, 40, 50 фамилиями, там отмечает, кого из партий он противных кандидатов он хочет видеть. Причем это местных, да? Да, местных. И должно было на парламентский потом перенестись. Угу. Его благополучно завалили, причем больше половины правительственных партий как раз не голосовали, голосовали против него. Поэтому это такое нечто куцое, которое, конечно, вроде имеет и положительные, и негативные моменты, как закон переходного периода. Тем не менее, при всех тех недостатках, которые у Вячеслав, действительно, там можно еще перечислять множество из них, есть очень серьезные преимущества стратегические, плюсы, которых не любят упоминать. Ну, по крайней мере, недостатки, например, если говорить о работе членов избирательных комиссий дельничных, участковых, то для них почти ничего не поменяется. Поэтому для основной массы людей, работающих в комиссиях, не будет составлять сложности обработка данных. То есть реально проблемы действительно серьезные, вот с подсчетом, с жутким подсчетом голосов, с форумами высшей математики, это будет на уровне территориальных комиссий, да, про эти 10 дней, то, что Вячеслав говорил, и там возможны проблемы с ошибочными подсчетами, с затруднениями с использованием форумов и так далее. На уровне единичных комиссий, то есть основной массы, проблем нет. Что позитивного? Первое. То, что понимают все специалисты, это двухтуровые выборы местных голов, да, в населенных пунктах более 90 тысяч населения. Потому что кто занимается выборами, кто наблюдал, знает, что действующие мэры, как правило, имея поддержку 20%, всегда, ну, очень часто становятся мэрами и дальше, потому что просто распыляют голоса избирателей путем выставления технических кандидатов. И поэтому достаточно иметь 25% поддержки населения с негативным рейтингом даже в 50-60%. То есть полгорода можете ненавидеть, но тебе достаточно 25% избирателей облагодетельствовать, пенсионеров, бюджетников и так далее. И ты становишься мэром снова. И с действующим мэром было всегда тяжело сражаться. То есть сейчас при двухтуровой системе очень серьезно будет иметь влияние вот этот негативно относящийся электорат. То есть если тебя поддерживают 30% населения, а 70% тебя ненавидят, то во втором туре ты потеряешь свое место мэра. И смена власти будет происходить чаще, и мэрам придется больше напрягаться, чтобы удовлетворить не просто проблему бюджетников, раздать школы, компьютеры, и все школы за тебя голосуют, все хватает избирателей, а уже думать о громаде в целом. Усиливается серьезным образом роль партии и роль людей в партии. Если раньше партия знала, то она 5% берет своих, или 3%. Поставили 3 человека, лидера, они гарантированно прошли, остальные не важно. То сейчас абсолютно любой человек, включая лидера партии, он будет сражаться на округе, и он может не пройти. И в результате мы можем наблюдать интересные случаи, когда в партии, например, там победили неизвестные абсолютно люди в городе, которые прекрасно отработали на округе, а лидеры партии, известные люди, которые не занимались своим округом, они проиграют. И уже в горсовете будут представлены не партийные функционеры, не так называемые эти лица-обложки, которых мы видели, например, в парламенте, да, когда ставят звезд эстрады в первые ряды, чтобы посвятить лицом. А сейчас это уже не произойдет. Тем более, что я позволю маленький экскурс. Тем более, что исторический опыт или историко-политический опыт выборов у нас здесь в Николаеве, но уже в период независимости, говорил о том, что всегда во втором туре проигрывал действующий мэр. В 90-м году, например, да, Сандюк выиграл во втором туре. А Берникову Заплатинского в 94-м во втором туре. Я не помню, как уже было у Берникова и Олейника, я не помню, как было. А что касается еще моментов спорных, не буду говорить хороших или плохих, это вот предполагаемое уменьшение числа депутатов. Вчера, кстати, прозвучало о том, что уменьшение депутатов – это большая, как бы так сказать, нагрузка
на оставшихся депутатов, им придется иметь дело с значительно большим количеством избирателей, больших иметь проблем. Да, не в этом даже дело. Доступ к нему будет. Человек физически не может принимать в свои приемные дни. Там раньше к нему приходило, предположим, там 50, а может теперь приходить 150. И он физически не сможет их принимать, решать эти проблемы, отдельно взятых своих избирателей на своем округе. Я не могу говорить, я не за и не против, и дело экспертов быть нейтральными и объективными. Но я помню, что, по-моему, горсовет первый независимый, который был в Николаеве, избирался 90-96, там было около 200 депутатов. При этом у нас было 4 райсовета, в котором тоже было более 100 депутатов. Насколько тогда это было эффективно или нет, но в свое время Бердников принял решение, депутаты поддержали, мы избавились от райсовета, вот, соответственно, остались райадминистрации. Поэтому вот этот момент, я думаю, тоже нужно как-то вот подумать над ним и обсудить, хорошо ли или плохо увеличение или уменьшение количества депутатов. Хорошо. Хорошо или плохо? Вот на вас, Александр. Я считаю, что в нынешней системе, при нынешней, да, вот если брать анализ прошлых лет, избиратель ничего не почувствует в худшую сторону. Давайте быть объективными. Мы проводили исследования много лет. В Николаеве порядка 80% людей не знают своего депутата вообще. Это, я думаю, тенденция по всем годам, то есть колебалась, 75% людей не знают, кто депутат. Ну сейчас, когда будут ставить галочку, люди будут знать, за кого они голосуют. Все то же самое, то есть знают только там, где депутат работает. То есть мы можем сказать о том, что 80% депутатов и так не работают с округами. Поэтому, что их будет 100, и 20 человек из них будет работать, что будет 40, и из них будет опять же 20% работать. Для города, для избирателя ничего в худшую сторону не изменится. Наоборот, сейчас как раз с этой ситуацией, да, когда на округе нужно бороться, чтобы победить, не по мажоритарке, а по партийному списку, заставить действующих депутатов продолжать заниматься округами. Более того, необходимо понимать, что город – это не Украина с неким делением. Да? То есть мы выбираем депутатов от нашей громады, от всего города. Округа – это очень условное разделение. Невозможно, на самом деле, что значит представлять интересы вот этих 14 домов? Потому что эти 14 домов, там, округ, не может существовать вне города. Поэтому в целом мы выбираем депутатов города, которые должны заботиться о городе, а не о 14 домах своих. И это проблема, то, что каждый пытался отремонтировать вот крыши в двух домах на своем округе. Вместо того, чтобы заниматься работой депутата и принимать программы по ремонту жилфонда города, по привлечению инвестиций и так далее. То есть мы должны понимать, что мы не набор округов, мы целый город, и мы не можем существовать, чтобы в одном районе было хорошо, потому что там хорошие депутаты, а в остальных плохо. То есть депутаты должны представлять интересы всего населения. Ну хорошо, вот Вячеслав Иванович говорит о том, что... 40 достаточно, я имею в виду для этого. Вячеслав Иванович говорит о том, что вполне вероятно возвращение к старой системе. И тогда мы получаем все то же самое, без ответственности людей, которые не работают на кругах. В целом никуда не уйти, если мы хотим поменять систему, то мы никуда не уйдем от системы открытых списков. Необходима внутрипартийная конкуренция, и необходимо, чтобы лидер партии не был... Что сейчас происходит? Что говорят депутаты, которые вышли, были избраны даже от правящей на тот момент партии? Они говорят, мы статисты. Потому что от партии зависит, от лидера зависит, на каком месте поставят этого депутата, возьмут ли его в список или нет и так далее. Сейчас будет борьба уже за рейтинг. Если Вячеслава, например, знают на своем округе, за него будет бороться, потому что он сможет принести голоса партии и помочь преодолеть партии 5% барьер. И у него хорошие шансы набрать голосов себе, еще в том числе. Понимаете? Поэтому... Ну, это были фантазии. Условно. Насчет меня. Я бы еще хотел отметить момент. Вот мы вчера... Я хотел бы вернуться к вчерашней передаче, ее, как бы, так сказать, вот и форме, и содержание, да? Давайте. Вот. Мне вот вчера показалось, что были ли вчера достаточно объективны относительно гостей программы, эксперты и ведущие. Мне показалось, например, что наш ведущий
скорее отстаивал интересы достаточно, ну, скажем так, провластных сил. И как бы был на стороне, понятно, что как бы нынешней правящей партии, там, и политики, и так далее, и так далее. В некой ситуации оказался вот Артем Ващеренко, да, который был действительно в партии регионов, ну, занимал достаточно нерешающие дела, сейчас оказался как бы в другой партии, которая тоже как бы там, на которую, часть которой ушли тоже регионалы и так далее, и так далее. Почему-то Артема Ващеренко вспоминали все, даже то, чего ему не имело. Да, ну вот почему-то, когда на экране появлялся наш мэр, который был членом партии регионов, мало того, всем известно, что он стал секретарем горсовета после смерти Чайки и Коренюгина, благодаря поддержке, жесткой поддержке партии регионов. А если бы он не стал секретарем, мы не знаем, сумел бы он победить на выборах, когда уже не было партии регионов, я имею в виду 25 мая 2013 года. Но вот почему-то его образ, да, как-то вот его все обошли. А Ващеренко, кстати, он, на мой взгляд, выглядел достаточно достойно в этой ситуации, принимая на себя как бы все чужие свои грехи. Он не впадал в истерику, он говорил правильные и нужные вещи. Другое дело, что и Ващеренко, и Симченко, и Станислав Маркиросов. Да, они политики, кто-то молодые, потому что, на мой взгляд, Симченко достаточно сырой еще, сыроватый, простоватый. У него нет еще никакого политического опыта. Повторяю, мы его узнали как волонтера, да? Mm-hmm. Как-то он потихонечку из этого статуса перешел в статус политика и так далее. Не всем понравилось его заявление о том, что вот, ну, у города должны быть стратегии какие-то. А он: да какие стратегии? Каждый год пишут стратегии, никто ничего не делает. Надо заводы строить, производство. Но это позавчерашний день и позавчерашний взгляд. Городам действительно нужны стратегии устойчивого развития. Почему устойчиво? Не важно, какой режим на дворе, не важно, кто президент. У города есть свои цели, конкретные, за которые обдумали горожане, поддержали эксперты, проголосовали депутаты. И не отступать на ближайших 15 лет. Он областная власть. Город 2,5 года, по-моему, обсуждал эту стратегию, в итоге, ну, как бы, рабочая группа, да, обсуждала. Издали в итоге книгу, брошюрку, никто ее, безусловно, не читал, а зря, кстати, там любители, например, велосипедного, так сказать, туризма, с удовольствием мы увидели, какие интересные предложения по поводу велодорожек, которые, в общем-то, уже сегодня стратегию не приняли, а это все уже делается, потому что горожане понимают, что это нужно делать, а депутатов ждать решений. Велодорожек у нас... Уже есть, во-первых, уже есть. И будут еще в Корабельном районе, год назад появилась такая небольшая. Сейчас вот у вас на телеканале была в программе «Новый день» девушка, которая поддерживает движение. Ну, это и детали, не будем на это подключаться. Вот. Я могу сказать только одно, что те политики, которых мы вчера увидели, да, они их много спрашивали, каким должен быть идеальный депутат. Ну, вопрос достаточно, скажем, банальный и непрофессиональный, потому что такие вопросы не нужно задавать людям, что касается идеала, да? Вот. Но не все они говорили правду и до конца. Но это, вот не даст коллега соврать, это часть политики не договаривать. А то, что люди сегодня нуждаются в депутатах, которые будут говорить правду и о себе, и о своей партии, и о родном городе, вот это, на мой взгляд, достаточно продуктивный момент, чтобы люди поверили и проголосовали. А давайте посмотрим, какие цели ставит перед собой партия «Солидарность». У нас есть небольшой сюжет о презентации партии. Вот интересно, что они предлагают горожанам. Партія «Солідарність» об'єднала у своїх рядах прихильників політики президента України Петра Порошенка та проєвропейськи налаштованих миколаївців, які готові докласти максимум зусиль для того, щоб здобутки Революції Гідності та жертви Майдану і збройного протистояння зі східним сусідом не були марними. Партійці «Солідарності» вже з перших кроків становлення нової політичної сили йдуть на зустріч людям, відкриті до діалогу та формують всі необхідні партійні інституції для ефективної роботи. Сегодня уже работает общественная приемная, там происходит
прием граждан, действует горячая линия, люди по вопросам обращаются и социальной помощи, по вопросам проблем оточников. На сегодняшний день сформирован основной рабочий инструмент партии. Это секретариат, это рада партии, это те люди, которые сегодня работают, претворяют в жизнь и будут претворять те ідеї, направлення, які ми плануємо реалізовувати. Солідарність планує всерйоз взятись за реформування та розвиток освіти і науки, медицини, правоохоронних органів, малого та середнього бізнесу, морегосподарського комплексу тощо. Партійці надають карт-бланш молоді, спираючись на її освіченість, енергію та євроінтегрованість. Чимало уваги солідарність приділятиме також питанням охорони довкілля, а серед пріоритетних – боротьба з корупцією та допомога Збройним силам України, Національній гвардії і добровольчим підрозділам, які боронять незалежність держави. Задля успішного вирішення цих завдань необхідні високопрофесійні та патріотичні кадри. Наша задача сьогодні – це дійсно об'єднати еліту. Для мене кадровий вопрос – це вопрос номер один. Чому? Що таке партія? І яке качество? Главное – люди, главное – это команда единомышленников. Это те люди, которые достигли очень многого в своей сфере. Это профессионалы. Это люди с нормальными, с высокими моральными ценностями. Децентралізація як показник демократизації суспільства та справжнього народовладдя – важливий напрямок діяльності новоствореної партії. Солідарність зробить все можливе, щоб цей процес дістався свого логічного фіналу, був успішним та результативним. Безумовно, новостворена партія братиме активну участь у місцевих виборах, хоча з кандидатом на посаду міського голови ще не визначилась. Сьогодні кандидата у нас офіційно немає. Хотя, я думаю, вы здесь видите нескольких человек, как минимум, которые готовы и могли бы представлять партию «Блок Петра Порошенко» в роли кандидата и в роли мэра города Николаева. Третье. Я думаю, что в ближайшее время мы, в принципе, должны будем определиться. Вы задали вопрос, как это делать? Достаточно просто. Я даю гарантию того, что мэром назначаться никто не будет. Лише демократичні засади і прогресивна ініціатива громадян, які прагнуть позитивних змін у державі – це основа основ діяльності партії «Солідарність». І лише такий підхід по-справжньому допоможе реформувати Україну. «Солідарність» чекає на суспільно активних громадян та готова до співпраці. Маєте своє бачення позитивних змін – не тримайте їх в собі. Працюйте на благо Батьківщини. От нова політична сила. По идее, да, и утверждают, что там собрались новые лица. Ну, так ли это? Ну, интересно. Судя по картинке новых лиц-то, в общем-то, новых лиц мы не знаем, потому что они новые. Но увидели достаточно старых лиц, которых депутатов действующих, которые были в различных партиях. Ну, это жизнь, это политика, и, как сказать, и честь, и справедливость, понятия часто несовместимы, да? И закон, и справедливость. Закон не всегда справедливость, и справедливость не всегда добиваемся мы по закону. Но партия молодая, появилась явно под выборы после того, как, по существу, Порошенко стал президентом. Пришли люди, которые считают, что не могут что-то дать городу. Посмотрим. Пока те, которые сидят там рядом с новыми лицами, пока особых изменений в жизнь города, на мой взгляд, не предложили. Я только хотела спросить, насколько эффективны были те лица, которых вы опознали? Ну, в новых, знаете, в новых условиях мы не должны ни одного человека забирать его шанс на то, чтобы измениться и вдруг стать действительно мессией для нашего родного города. Мы будем только это приветствовать. Александр, если в принципе говорить о политических раскладах в Николаеве, мы вчера в какой-то степени касались этого, но тем не менее, ваш прогноз, кто зайдет в городской совет, например?
Ну, зайдут порядка 5-6 партий основных, то есть никаких особых... То есть все те же лица? Да, по большому счету никаких особых изменений, фуроров, неожиданностей не должно быть. Если по старым выборам, по старому законодательству, по новому... Ну, я говорю про уровень поддержки, да, да, реально. То есть как получится, да, с подсчетом, это я не говорю про это, я говорю про расклад политических сил реальный. Вот. Ну, еще интересный, то есть сервис, такая вот темная лошадка, это самопомощь, потому что у них достаточно неплохой потенциал, и они могут прорваться. То есть вот это единственное, кто из новых лиц будет. Ну, я бы добавил коротенько, видимо, на днях появятся результаты очередного местного соцопроса, где социологи интересовались, каковы сегодня предпочтения политические николаевцев, как в сельских районах, так и в 5 городах, Вознесенск, Южноукраинском и так далее, и так далее. Могу сказать, что в некоторых районах Юлия Владимировна Тимошенко с флагом Батьковщины, оседлав тарифы ЖКХ, уверенно поднимается вверх. И у нас сегодня парадоксальный момент, у нас ни одного депутата от Батьковщины, хотя заходили под этим знаменем, нет ни в горсовете, по-моему, один в облсовете, все остальные, как говорится, разбежались, как говорится, по стране, и, да, ищут, но вот такая ну, вот... Это, ну, бьют это, ну, Батьковщина, это Юлия Тимошенко, это не неожиданность, это не новые лица, это все согласен, старое. Согласен. Мы, когда готовились к контраргументу, сняли небольшой опрос на улице Советской, мы не будем его сейчас показывать, я просто озвучу. Я, вопрос, который я задавала людям на улице, видят ли они сегодня среди тех представителей политических сил, которые есть в Николаеве, достойных людей, которые могли бы представлять интересы горожан в Николаеве в советах разных уровней. Только один человек сказал, что да, есть, все остальные нет, категорически все воры, все, вот, и вообще ничего не поменялось. Будемо сподіватися, що нові обличчя таки будуть в радах різних рівнів. Будемо сподіватися, що і вибори відбудуться демократично і згідно закону. Вам дякую за те, що завітали до студії, дякую за компетентну експертну оцінку. Приходьте ще. На все добре.